находясь на маршруте патрулирования совместно со старшим сержантом Кутузовым, получили сообщение от оперативного дежурного примерно в 13:45 о том, что происходит пожар в соседней квартире по адресу поселок Масринген, дом 31, квартира 110. Прибыв на место, на месте находились пожарные расчеты, которые боролись с пламенем на втором этаже. Мы, оценив обстановку, оцепили место. Пожарными происходила эвакуация граждан. Были вынесены с 4-го подъезда двое несовершеннолетних детей. Командир отделения отдельного взвода патрульно-постовой службы МО МВД Коммунарский, прапорщик полиции Рохлин Артем Сергеевич. Получили от оперативного дежурного о пожаре, прибыли на место, отцепили оградительной лентой данный участок. Контролировали, чтобы посторонние граждане не входили в подъезд. Тут мы увидели, что пожарные выносят двух детей, мальчика и девочку. Девочку занесли сразу в карету скорой помощи, так как врачи принимали по одному пациенту, мальчик остался на улице. Мной было принято решение взять его на руки, занесли в машину служебную, положили на заднее сиденье, на бок, разжали рот, чтобы был лучше доступ кислорода, после чего мальчик открыл глаза, подал признаки жизни. Опять же, там было перекрыто движение пожарной частью. Все кареты скорой помощи заезжали с угла дома. Также мы с прапорщиком Рохлиным на служебном автотранспорте доехали до угла, встретили карету скорой помощи, которая тут только прибывала, и перенесли ребенка в карету скорой помощи. В момент, когда ребенка вы положили в свою машину, в каком состоянии он находился? Глаза были закрыты, дыхания практически не было. Как обучали нас в учебном центре медицинской помощи, эти знания пришлось проявить в практике. Кутузов Дмитрий Валерьевич, МВД России по району Тинау, отдел коммунар.